Рисуем морды тут сегодняшней ночи. Нам разбили окно, но внешнее. Ух ты, пух ты! Солнышко. Значит, мы в коридоре. Вот спим, ночуем. Тут вот у нас раз лежбище, два лежбище. Вот он, снег. Вот это все снег. Да, вот немножко больницу покоцали. Вот там тоже. Машина сгорела. Эх, ну где-то там наш костер, вот он. Родители пошли греть воду. Вот они идут. Так, также вот это у нас, попала бомба, чимина, не знаю, не разбираюсь, а прям в шахту лифта. Также у нас в комнате 11 градусов, я включила вспышку, у нас, значит, собраны вещи, вот рюкзак, чемодан, мой рюкзак, папин рюкзак, на всякий случай. В общем, сейчас 11 вечера, начался пожар на 4-м этаже, в 10 вечера. Папа побежал за пожаркой. Так, сегодня у нас 10-е вроде бы уже, да, 10 марта. Что у нас вчера было? То, что ты там снимала, непонятно что. У нас вчера был пожар на 4-м этаже. Папа бегал прям к пожарке. Она у нас недалеко, потому что сеть не ловила. Очень сильно упали. Мы аж сидели прям в коридоре. Не просто в коридоре, а в прихожей. Тогда нервная система сказала мне пока. Значит, вот у нас... Ой, дым, ничего не видно. Вот там вот этот пожар, там уже 35 окон горит. Дым еще какой-то. Вот. Добрый вечер, это день... Или 10-й, или какой, уже не помню, если честно. Без света, воды, без всего, короче. Мы переехали вчера. Мы переехали вчера на Шевченко. Я вчера вообще ничего не снимала, но мама снимала наш двор. Не наш, соседний там вообще. Я вот покажу сейчас. Вот это двор, через который мы ходили в Порт-Сити. Поле боя. Просто поле боя. Так, что вот наша комната, наши вещи мы перенесли из дома. Готовят кушать, курицу варят для супа и воду подогревают. Я собрала снег. Вот это я собрала. Нагреем, он растает. Вот. Вот какой снеговичок. Я не рада, что он постелился попортит. Я новый куплю. А то так жалко было выкинуть старый. Дело не в этом. Когда на костре готовы, чтобы он вкуснее. Потому что она романтика. А как куличи варить? Итак, 12 марта в 4 утра нам вот сюда прилетел снаряд. Тут была нацгвардия. И нам ударной волной все снесло.
абсолютно все. Все были в квартире, все спали. Ну, не спали, но лежали. Мы с мамой были прям под одеялом. Нас это спасло, что осколки как бы полетели на нас. Вот все окна выбиты. Полетело все на нас. Папа хорошо, что он вышел, потому что возле него, ну, на кровать прилетел не стекло, а рама. Вот, рама все. Немножко поранились два человека, но не сильно. Вот. Все вылетело. Вот. Можно снимать фильм ужасов. Кровь. Это все папа. Вот это все сильно. Но мы были накрыты толстым одеялом. Потом у нас это спасло. Так. Вот. Тут у папы рама упала. Дальше вот комната. Тут гипсокартон выбили. Просто. Так. Тут у нас даже стекло целое. Правда, все вырвало с рамами. Но ничего. Вот тут была дверь. Я нахожу. Нина, короче, на четверку заставила. Учебный. И мы там 10 месяцев вместе с ним проработали. Арт-объект. Девочки, спасибо. Так, я отправлю.